Необыкновенная история наших сегодняшних героев началась с благословения духовника, старца Илия Ноздрина. Четвертый ребенок в семье отца Дмитрия и матушки Екатерины Полищук родился с грозным диагнозом – СМА, спинально-мышечная атрофия. Могу честно рассказать, что я вообще не знала, как мне выходить из ситуации, как мне справиться. В какой-то момент я поняла, что у меня нету сил справиться самостоятельно. Я вот так хожу и думаю, мамочки мои, что мы сделали вообще? Зачем мы это сделали? То есть мне говорили про адаптацию, но я не думала, что вот именно мои чувства будут такими. Когда я услышала о своем диагнозе, я не понял ничего абсолютно. И когда врач разговаривал с моей мамой, фигурировало все время слово «онколог». Они полюбили всем сердцем этого ребенка и не смогли бросить ее больную в детском доме и взять здорового ребенка. Вот и слава богу, что они радость, этого да? не сделали. Вот это радость. Типичный момент. Это был, радость. Такой радость. Смотрите цикл «Преодоление» на телеканале «Радость моя».